Снегурочка — это не внучка Деда Мороза. Это всегда наказанный. Поэтому они у меня каждый год разные. Не по понятиям, Новый год людей пытать. А ты в законе, типа? Типа да. Какой впечатлительный. Из-за тебя страдают все вокруг. Яблочко. Это что происходит такое? Это что такое здесь? Сделай что-нибудь с моим голосом. Что это такое? Да хорош! Извини, извини. Не в ту сторону крутанул. Раз, 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 раз. Вот. Хорош припаться. Поехали. Работаешь ценой со мной. Нормально поснегуришь, считай в расчете. Ты стебешься. Где мой мерин? Блин, дед, что-то мне страшно. Да ты что? Здрасте. Слушай, дед, а подарочек всем положен? Ну, если честно, отработаешь, то и тебе. Мама. Снегурочка перетрудилась. Да будь ты человеком, а? Я фольклорный персонаж. Здрасте. А селфи можно? Можно. Олень северный. Олень – это ты. Дед Мороз настоящий! Я его Снегурочка! Машину, быстро! Это прикол, да? Ладно. Будет тебе сейчас волшебство. Дай обниму тебя, как мужик мужика. На себя посмотри, мужик. Сдохни, нечисть! Первый раз за вечер ты меня удивил.